покажите нам результаты. Финалистом в команде «Пелагея» становится Таисия Подгорная. А вот для Азера Насибова и Всеволода Рудакова закончилось большое путешествие в нашем шоу. Согласны вы или нет, узнаем с помощью хэштега «Голос дети». Дорогие парни, пришло время прощаться. Давай, Азер, с тебя начнем. Я хочу сказать искреннее спасибо моим родителям, Пелагее. Я вас очень сильно люблю. Вам, Дима Билан и Агутин. Это ты родителей перечислил? За то, что вы оценили мое творчество и повернулись ко мне. Мой любимый педагог Надежда Васильевна, Тамара Николаевна, я вас очень сильно люблю. Моему городу Сестрой, моему классу, всем. Я очень вас люблю. Спасибо, что голосовали за меня. Азербайджан весь, спасибо большое. Я вас очень люблю. Ну, неплохо сказал. И, конечно, вам спасибо. И оркестру. Вы самые лучшие. Ну вот, теперь все, да. Нет, не все. И Юрию Аксюте еще. Сева, включи нас, а. Спасибо всем. Спасибо всем наставникам. Спасибо. Спасибо всему проекту и моим педагогам и детскому хору «Великану». Единственный человек, который радуется, что уходит, вот, и жалеет нас, оставшихся. Да, ну, давай, продолжай. И такому оркестру и спасибо Сергею Сергеевичу Жильну. Да. Теперь есть, у оркестра есть название. Такой оркестр. Да. Все? Или может еще что? Кого-то забыл, может, а? И спасибо Юрию Аксютину. Афу, ну афу! Спасибо, мальчик! Ты спас мою карьеру! Ребята, на самом деле, вы большие молодцы! И вы сделали наше шоу! Спасибо! Ну что ж, вы знаете, я даже отсюда со сцены слышу, как он нервно ерзает.